Президент Федерации награждает призера чемпионата России по боевому самбо 2023 года Алдара Намсараева и его тренера Жаргала Жигжитова. Тренеру вручили 50 тысяч рублей, а его воспитаннику 150. Чемпионат России по боевому самбо проходил в Перми. Спортсмен из Бурятии в первый же день соревнований завоевал серебряную медаль. Сейчас дома он готовится к чемпионату Европы. Мы всю эту неделю будем чисто на силовые моменты работать, чисто на физику. И со следующей недели уже чуть-чуть такие технические моменты будем разрабатывать. И у нас получается самый основной его такой сильный соперник, боец будет из Армении. Он уже был чемпионом мира, Европы был, так что, будь с кем там биться. Чемпионат Европы будет проходить в Израиле с 18 по 24 апреля. Юлия Пермякова, Анастасия Пронькинова. Новости дня.